Историческая встреча, которую обсуждают во всем мире. Главы двух крупнейших христианских церквей, русской, православной и католической, более 2 часов беседовали в аэропорту Гаваны. Патриарх Московский, вся Руси Кирилл и Папа Римский Франциск не раз подчеркнули, что они не соперники, а братья. Во время встречи царила доверительная и дружелюбная атмосфера. Обсудить успели многое, и во всем, как отметили в РПЦ, достигнуто взаимопонимание. В итоге была подписана совместная декларация, в которой предстоятели призвали остановить гонения на христиан на Ближнем Востоке, сохранить традиционные христианские ценности и не допустить новой мировой войны. Результаты этой беседы дают мне возможность сказать, что сегодня две церкви могут активно совместно работать, защищая христиан по всему миру, и с полной ответственностью совместно работать для того, чтобы не было войны, чтобы повсюду уважалась человеческая жизнь. Мы говорили как братья, потому что мы оба служители церкви. У нас одна вера, и мы ищем одного и того же пути. Мы говорили очень откровенно, и я вас уверяю, что в этой беседе я чувствовал присутствие Духа Святого. Во время встречи главы Русской Православной и Католической Церквей также обменялись подарками. Патриарх вручил Папе Римскому Казанскую икону Божьей Матери и свою книгу на испанском, а понтифик преподнес частицу мощей святителя Кирилла и чашу для причастия.